Unterdessen wurden in der seit Tagen umkämpften Stadt Devaltsevo Zivilisten in Sicherheit gebracht. Mehrere tausend ukrainische Soldaten sollen dort eingekesselt sein, sagen die Separatisten. Heute einigten sie sich mit dem ukrainischen Militär auf einen humanitären Korridor. Viele Menschen nutzten den, um sich in Sicherheit zu bringen. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Der Korridor wurde eingerichtet, nachdem die deutsch-französische Friedensinitiative begonnen hatte. Порошенко, чтоб ты сдох, идиот, будь ты проклят. Твои дети все 10 мо по колено. Сейчас, сука, пусть он подвале прошла. Ради наших детей, ради наших сынков. Чтоб это Порошенко, чтоб он всю жизнь оставшуюся свою доживал, так как мы сейчас едем. И причем вы остались вот такого разбитого, вам стресса какая. А что, подвернули или ранили во время выезда? На вылет. На вылет, сквозь. Стреляет в поселке, да? Да. О, еще как. Женщина, женщина, у меня там два сердечника еще. Главное, чтобы... Просто запомню фамилию, да. Мы бежали, они прям... Поразбивали дома. Мы бегим, они стреляют. Говорит, коридор называется. Сажали все. И мы сразу попадали. Попадали, так хорошо. Они приехали. Я же выкрою. Смотри, как страшно, если стреляют. Скажите, что сейчас происходит нам в поселке? Невыносимость, у нас гвардия стреляет в путак. И вот мы шли, они стреляли. Вот поведите, какие люди, бомжи. Я строитель. Никогда в жизни не строил военной карьеры, хотя о ней всегда мечтал. Но жаль, что вот мечты воплотились вот именно здесь, в войне. Делаю свою, теперь уже делаю свою работу. Я считаю, что я обязан делать это для того, чтобы мой сын свободно гулял по улице, и ему никто не тыкал, что он Даниил и что Москва. Чтобы он разговаривал на том языке, на котором он хочет говорить. Вот. Я не против украинского языка. Он красивый, он очень звучный, мелодичный язык. Но в последнее время, что... Когда звуки этого языка не смешаны слишком с кровью. Слишком он стал фашистским, этот язык. Мне теперь розмовляти українською мовою не дуже приємно. Ця мова для мене це смерть. Це жах. Поэтому я буду говорить дальше русским языком. И доводить до вас, непонятливых, что мы тоже люди не имеем права. Все. Вот. Вы испоганили Киевскую Русь. Вы, по-моему, полезли против корней, своих уже корней полезли. Вы вырубили свою историю на корню, вы ее вырезали просто. Вас нет уже в истории Украины вашей великой. Уже вмерла. Вы просто еще не поняли этого. Ждите, скоро я к вам вернусь. Обниму свою семью. Мама, папа, привет. Мы сейчас в Углегорске. Давим эту нечисть. Скоро все будет хорошо. Город родной отдохнет от взрывов. Город наш был героем и останется всегда героем. Со мной тут ребята, с которыми никогда не скучно, всегда весело. Друг за друга держимся, друг другу всегда помогаем. Это важно. Мы не против украинцев как нации. Мы воюем не с украинцами. У нас здесь половина людей украинцы. Мы воюем с украми, с великими украми, нацистами-перевертышами. И это нужно понимать нормальным украинцам. И воюем мы за свою землю. Мы обращаемся к Бараку Обаме, президенту США. Барак Обама. В Донецке и его окрестностях сложилась тяжелая ситуация ввиду вашей крепкой дружбы с Парашей. Мы понимаем, что вы начали принимать стероиды, судя по видео, которое снято в Австралии, где вы пыжитесь в спортзале, и у вас мозги заплыли мышцами. У нас к вам только одна просьба. Приглашаем вас в гости вместе с этим Парашей. Вы посмотрите, как вы метко стреляете, полежи вместе под обстрелами. Местные женщины набьют вам ебало. Пенсионеры обломают об вас все свои костыли. Вот даже сейчас вот прилетают снаряды. Ну куда вы стреляете, косоглазые вы наши друзья?
Ты ничего не хочешь, Степаш, сказать? Просить тоже ничего не будем, да? Короче, мы знаем, что Америка на грани кризиса. Обама. Да. Печатайте больше денег, чтобы было чем вам платить зарплату укропам. Загоняйте Порошенко в долги вместо с Турчиновым, да. С куриной жопкой. Да. Интересно, чем у него ваши деньги будут возвращать? Мы у них все отберем, когда придем в Киев. Да, укроп.